Цао также был подписан еще один важный документ. Он предусматривает тесное взаимодействие и сотрудничество Архангельского областного собрания депутатов с собранием депутатов Ненецкого округа. Это соглашение эксперты, да и сами законотворцы уже назвали историческим. Договор подписан во время визита архангельской делегации в наш регион. Документ позволяет обмениваться проектами законов, проводить совместные конференции, а также обсуждать важные вопросы, чтобы в итоге выработать общее правильное решение. Ведь принятие тех или иных законов теперь напрямую зависит от решения двух собраний – нашего и архангельского. Соглашение также предусматривает обмен мнениями, выработку каких-то позиций по законодательным инициативам, которые идут в Государственную Думу, по определению позиций, по принятию тех или иных законопроектов, которые касаются наших двух субъектов Российской Федерации, то есть Архангельской области и округа. Наши регионы Поморья связывают давние взаимоотношения. Новый договор между фракциями «Единой России», Архангельской области, Ненецкого округа позволит их укрепить и сделать более конструктивными. Добавим, что во время встречи депутаты двух регионов подтвердили, что приоритетом в работе для них всегда остается социальная сфера. Мы очень тесно связаны. И этот договор поможет нам в политическом плане многие вопросы решать грамотно, решать во имя наших жителей, наших избирателей. А партия «Единая Россия», она именно отличается тем, что она спокойно, взвешенно принимает решения –